Вот в Катовице хожу, там Альпайн, разные тачки смотрю, просто любопытно. Ну и зашел в салон Феррари. Ой, ну тачки, конечно, мощные, что говорить, я даже не знаю, какие цены это. Надо будет подойти посмотреть. Примерно, так, 1 900 000 злотых цена брутто. Ага. Да, конечно, мощь есть мощь. Феррари, мощь есть мощь. В принципе, почему бы и не посмотреть, раз нахожусь рядом. €338 000 в евро. Ну, сиденье, видимо, выбирается. Рули какие хочешь. Да уж. Engine старт. Да. Круто просто вообще. Фера от топов. Сейчас 480 евро. Ладно, посмотрели, так сказать, и хватит. Пойдем дальше. Погода дождливая.